На обозначенном перекрестке повернем налево. Так, здесь левая сторона видна хорошо, а вот правая не очень. Вот и давай в движении. Нет, пусти а тормоз. Первую. Вот, сиканула правую, уехала. О, все. Никому не помешали, никто не притормаживал, не менял направление и при этом в движении. А то, что пешеходный переход, это не страшно? То, что мы не остановились на нем. То есть можно прокатиться? Да. Полной остановки не было, да. Даже минимально, если ты катишься, вот даже со скоростью, как идет пешеход, тебе за это ничего не будет. Остановки не было. А если я, например, проеду пешеходный переход, вот я не перед ним стану, а за ним стану? Можно за ним. Это не будет считаться ошибкой, да? Да, в этом месте нет, потому что перед пешеходным мы не видим машины. Мы не видим. Там очень неправильно они паркуются всегда. Ближе 15 метров. За них ничего не видно. Развернемся в ближайшем. Маш, вот справа перекресток. Но мы никогда здесь не впишемся. Я вижу. И не заедешь ты в карманчик, не поместишься. А начнешь с этой полосы, врежешься в бордюр. Да? Где будем разворачиваться вот с тобой? Сейчас. Правильно. Движение, отпускай тормоз. Рановато немножко, не дотянула плечика. Притирочку прошла. Ну ладно. Прошла и прошла. Да? Паш, на регулируемом перекрестке повернем налево и затем выполним разворот в первом разрешенном месте. Задание понятно? Поехали. Езжай справа. Зачем ты по сплошной ездишь? Ты хочешь вот здесь прощемиться? Это старая разметка. Едь по ней смело. Я вижу, уже заметила. Да. Поздновато, конечно. На регулируемом налево. Лево. И затем? На разворот в ближайшем разрешении. Так. Я тебе здесь две ошибки запишу. Ты не показала поворот, то, что наехала на линию разметки. И второе, несоблюдение бокового интервала. Ты должна была включить поворот и нормально сместиться, чтобы я не сидел, не переживал, оторвем мы зеркало в машине или нет. А допускается три ошибки, правильно? Да. Маш, ну получить две на ровной дороге, это... Обидно. Да, да. Это уже детский сад, не для тебя это. Вот ты этого не должна делать, тем более ничего сложного. Включила поворотик и нормально сместилась. Тем более встречки не было ни одной машины. Не надо жаться. Боковой интервал — это не соблюдение, это сразу аварийка. Никто не будет сидеть вот так вот сжавшись и смотреть, проедешь ты или нет. Thank you.
надо вправо. Маш, Маш, ё-мо, его похвалил. А куда ты под машину? Вот уже на радостях, что нашла. Правильно подъехала, выкрутила руль в нужном месте. Уже на радостях и наяривает мне под машины. Из-за невнимательности могут быть серьезные последствия. Да, Маша? Могут высадить просто и сказать. Дала бог с ним, с этим экзаменом высадит тебя. А в жизни? В жизни, да. Ну, ты представляешь, что будет, если ты под этот Дастер или что там, Рено это, влезешь? Ну-ка, покажи мне четвертую. Ну-ка, разгонись. Все, 50 не ниже. Дорога широкая, пустая, заданий нету. Этим моментом ты должна воспользоваться и показать свои навыки. То есть, если я буду ехать медленно, это может еще сочетаться. Так, пункт нарушения, малая интенсивность движения. Будешь ехать здесь на 3.40, запишем. Но не больше 6. О, это да. Может, не будем без фанатизма. Мы прямо едем с вами. Маша, прямо, зачем ты вправо руль крутишь? Так, девушка, выполним разворот в первом разрешенном месте. Маш, Маш, Маша, мы на второй проезжаем искусственную неровность. У тебя на спидометре 10. Это не скорость третьей передачи. Смотри, Мерседес стоит, он не просто так стоит здесь. Вот, убедись всегда. Ну, хорошо, никого нету, да? А вдруг кто-то шел там медленно или полз на четвереньках, его не видно. Ну и куда ты мне приехала? Надо перестроиться, а мне... По трем сплошным дала мне. Не получилось. Так надо было остановиться. До сплошной, ну конечно. Делаешь полную остановочку до сплошной. А что здесь сложного, Маш? Не бойтесь останавливаться. Что вы думаете, остановитесь, вам ошибку запишут? Чего вы боитесь? Ты задание помнишь? Развернуться. Развернуться. Ну, так поворот показывай. Давай, движение, поворот, поворот. А куда ты мне крутишь руль? Ты ж плечо дотягивай, Маш. Налево на обозначенном перекрестке. Перестраивайся. Стоит. Воротик показывай. Если встречки нету, в движении едь.
смотри, знаки. Наша одна полоса, да? Развернемся в первом разрешенном. Подождала 4 колеса, правильно. Ваш перекресток, будем разворачиваться? Не будем. Ничего не видно, ограниченная обзорность. Выключай поворот. Внимательно смотри, да. Во сколько у тебя экзамен? 10:20. 10:20 нормальное время. Ну, свободнее, я надеюсь. Да, да, все разъехались с утра. Даже офисники, которым к 9. Только не понимаю, куда мне там идти? Куда? На стояночку. На стоянке? Да, там будет с листиком. Надо найти кого-то там. Да увидишь, будет с листиком, там кто по записи. Она ж небольшая там стоянка, это лошадь. Ну, она возле автодрома. Конечно. Все найдешь. Выезжаем до первой полосы. Да. Ой, видишь, лезут, видишь, лезут. Маш, зачем ты выжила сцепление и дергаешь машину? Боялась, что я заглохну. Как заглохну, если ты газ нажала? Нет. Если обороты были 2000, как ты заглохнешь? Обозначенном перекрестке направо. На регулируемом налево. Перестроение на перекрестке. Вот здесь ты должна была перестроиться. Эти стрелочки нарисованы. Хотел тебя похвалить, что ты не перестраивал. Ну, вот здесь все отчетливо видно. Покажи поворотик. Ты не скажешь, что из-за листьев я не вижу знак. У нас там оставалось 10 метров до яркой разметки, которая показывала, что мы можем налево со средней полосы. Здесь, когда будет зеленый, мы поедем. Будем кого пропускать или нет? Будем пропускать. Кого? А у них будет красный. Конечно. Не будем никого пропускать. Спорный вопрос, Мария. А, пешеходы будем пропускать. А, это понятно. Еще ты будешь пропускать машины, которые будут выезжать вот отсюда. Маш, Ид, со двора. Ты подставляешь правый бок, у тебя помеха справа. Им там тоже горит зеленый, кстати говоря. Двигаемся по направлению главной дороги. Куда
поедем, Мария, с вами? Правильно. С этой? Нет, со мной можно. Можно с этой поедем. Повернем направо и развернемся в первом разрешенном месте. Ну вот перекресток, про который ты у меня спрашивал. Две полосы, слева бордюр, ключи повороте. Зачем ты газуешь-то? Маш, зачем ты сюда так далеко приехала? А как машина встречная повернет во двор? Руль крути. Крути. Руль крути. Хочешь едь, хочешь стой. Но если ты начала трогаться, крути руль. И руль здесь крути, на, когда машинка стоит. Развернемся в ближайшем. Перестраивайся, Маш, спишь. Уже сплошная начинается. Поворотик. Ну вот вроде бы неплохо, но есть косячки. Перекресток переехала, руль еле-еле, душа в теле. Здесь максимально быстро руль выкручивается. На таких вот... Ну, у тебя же бордюр слева. Будешь медленно крутить, увеличишь свой радиус. Увеличишь радиус, приедешь в бордюр. Правильно?